обязательно подошли к фигуре. По этой. Угу. Подходишь к фигуре, отстреливаешь. Заканчиваем действие. И на фигуру стреляешь. На бедро ляж. Давай, Юлька. Не спеши. Молодец. Ру, сначала. Вот смотри, если честно, если у тебя получается вот так на боку проехаться, не отпускай руку тогда вообще, продолжай стрелять. Ну вообще, реально, если у тебя получается так. То есть вот это, ребят, поняли, да, есть высокий подкат, есть низкий подкат. Высокий подкат нужно, когда шары где-то у вас летят выше 1,20 м. Низкий подкат нужен, когда шары еще ниже летят. Так, наверное, вот эту херь заберу. Лёг, буквально одно движение, и сразу ноги к себе, к груди. Bye-bye.
Oh,